Ялта, божественная Ялта и благородный Салгир. Это настоящий брат и сестра, однопометники, детки нашего Роликса и Лаванды. Как интересно получилось. Короткошерстный черноподпалый от длинношерстной черноподпалой мамы. И длинношерстная лиловая с подпалом девочка, а папа у нас лиловый короткошерстный. Вот такая вот природа. Так прикольно получилось. Ачика-чика-чика-чика-чика-чика. Оба этих щенка ищут своих самых лучших и ответственных владельцев. Эти малыши, ку-ку, вы где? Полностью привиты, чипированы иностранной вакциной, иностранным чипом. Имеют документы американского клуба АБКС с возможностью переезда в любую точку мира. Конечно, за счет покупателя. Здоровые, красивые дети. Продаются достаточно недорого. Уточняйте. Карантинчики пройдены для России, для заграницы. Осталось совсем чуть-чуть подождать. Детям 3,5 месяца. Вот такие вот веселунчики. У Ялтушки уже ушки стоят, но еще после прививочек немножечко западали, поэтому я подклеила. Ну, уже крепенько. Зубки в норме, все у нас отлично. Вот такая вот прелесть. Щенки продаются для любви, для обожания, для целования. В разведение своих щенков в таком возрасте я не продаю. Ай, ты красавица. Салгир продается за 70 тысяч рублей. Ялта продается за 100 тысяч рублей. Но я тщательно подбираю владельцев. И если мы с вами найдем общий язык, то я с удовольствием поделюсь с вами своими прелестями. Ой, какое же невероятное чудо. Здоровый щенок сразу виден. Вот такое вот веселье у нас происходит бесконечно. Ну нет, конечно, они спят тоже. Послушные зайки. Ходят на пеленку. Молодцы, молодцы. Приучены к лотку и гуляют на улице со всеми взрослыми. Психически здоровые, активные, прекрасные дети. А также они являются внуками нашего Филиппа. Нашего самого лучшего производителя. Нашего питомника, которому уже пошел 9-й год. От него получают крепкое, здоровое потомство. Вот они, вот они, вот они. Снимаю макросъемкой. Дети среднего стандартного размера. Девочка крупный стандарт. Ну, такой достаточно к 3 килограммам будет. А мальчишка мельче, крепче. О, в смысле ниже на лапках. Бэби фейс, носяшка, курносик. Вот такие вот детки.